57 единиц нового и современного оборудования закупят в медучреждения Северного Казахстана в этом году. На это выделили 2 миллиарда из республиканской казны и еще один из областной. Треть всех средств уже освоили. Айгерим Мукашева изучила преимущества современных медицинских аппаратов. Цифровой и современный новый рентген-аппарат в первой городской больнице появился 3 недели назад. 2 понадобилось для установки. Новая техника помогает врачам ставить диагнозы и выявлять патологии. Аппарат необходимый. Старый хоть и работал, но давно отслужил свой срок, да и современным требованиям не отвечал. Теперь, к примеру, менять положение пациента можно и за специальным пультом. Нажимаем кнопку, и результат готов. Процедура максимально комфортная для пациента. А главное, на новом аппарате доза облучения меньше, говорят врачи. В числе первых это оборудование протестировал Дамир Нурметов. Молодой человек занимается тяжелой атлетикой и на одной из тренировок почувствовал дискомфорт в спине. Обратился в поликлинику к терапевту. Терапевт посоветовал мне прийти в первую горбольницу, сказал, что здесь новое оборудование, необходимо сделать снимок. Обнаружили остеохондроз, объяснили план лечения. Было комфортно, снимок сделали довольно быстро. Врачи объяснили, что облучение действительно меньше, что снимок намного четче. Результат оцифровывают и выводят на экран. Можно регулировать четкость и яркость, внимательно рассмотреть патологии, а потом распечатать снимок. Все это занимает не больше 5 минут. Раньше его проявляли в специальной комнате. Малейшая неосторожность, и надо было делать новый снимок. А это для пациента новая доза облучения. Современный аппарат не такой капризный. Выдает изображение в отличном качестве. Есть у него и другие преимущества. Здесь предусмотрен линейный томограф, который позволит более точно установить диагноз, потому что идут послойные срезы любого органа. Заболевания органов грудной клетки, заболевания костно-суставной системы, предусмотрено исследование желудочно-кишечного тракта. Аппарат обошелся областной казне в 48 миллионов тенге. Стоимость вот этого бронхоскопа скромнее – 7 миллионов, но польза неоценима, особенно для тех, у кого подозревают онкологию, говорят врачи. Аппарат нужен для проведения исследования верхних дыхательных путей, бронхов, гортани, то есть для проведения бронхоскопии, выявления кровотечений, опухолей. С ним больше шансов выявить онкопатологию, поливание бронхов, трахеи, гортани. У него диаметр самого меньше и возможность, скажем так, инструментов побольше у него, с помощью которых можно провести обследование. В североказахстанские больницы в этом году закупят 57 единиц нового оборудования. На это потратят 3 миллиарда тенге, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Айгерим Мукашева, Адиль Нуржанов. Новости МТРК.